Здравствуйте. Вот поехала зимой. Все время летом ездила к заливу. Сейчас уже столько болезней накопилось. Переболела второй раз. Я только лечусь. Вот такой вот мне главное лекарство, чтобы выйти из психоза. Нервы как бы накаляются от этой жизни. И я вот иду специально сюда. Время у меня, конечно, всегда, как всегда, все ограничено. То одно, то другое. В общем, в этом доме надо делать. То и прямо выбираюсь какие-то всего лишь на час, на полчаса. Но иду, потому что даже за такое короткое время, в принципе, мне больше и не надо, я успеваю немного набрать сил. И снова нужно жить, как говорится. Поэтому у меня как бы все лечение сводится не приема всяких таблеточек. Может, конечно, и есть такие, но я все связываю, все свое лечение, все мои, как говорится, иммунитет. Мой иммунитет связан только с природой. Только природа мне дает мой иммунитет, мне силы, поэтому я должна обязательно, когда я накапливаю слишком много, вот такое вот сделать себе лечение. Вот я верю только силам природы. Минеральной воде хорошей, настоящей, это у нас Пятигорске. Спасла меня вода тогда. Тоже перегруз был такой офигенной нервной системы. И я вот сумела там принять радон и все забыть. А то ходила, даже не могла дышать. Нервы у меня все стягивали, и я ходила только со жвачкой. Вот такая вот история. Поэтому... А здесь мне обязательно надо пройти, как бы побыть одной, абсолютно одной. Людям вот как нужно разгрузка, поболтать, все, а мне нужно обязательно одиночество. Я не люблю. Я все дела, и люди мне нужны по делу. Какое-то дело, а просто языком молоть, для меня это просто называется трата времени. Трата времени. И толку никакого. Вот такой снежок напал. Вот такой вот я вам рассказываю сегодня длинную историю. Так что находите способы восстановления организма. Организм сейчас очень перегружен с вот этой вот всей новой системой. Потому что мы как в раю жили. Я как раз застала время Брежнева. И у нас пошел рай. И поэтому мы, когда все это пришло, долго даже и понять не могли, что это такое вообще происходит. Какие нечеловеческие нагрузки сейчас люди переносят. Работа по 13 часов. Ну, конечно, они работают, потому что им нужно то кредиты платить, то еще что-то. И люди работают. Работают по много-много часов. Так что вот, пока они, ну, как бы у зятов, то вообще все просто. Они долго не ранее поработают, уезжают и больше не приезжают. А вот здесь я уж не знаю. Очень-очень все сложно. Так что вот пока вот такое вот я вам рассказала. Так что ищите, выживайте. Все будет замечательно. Всего пока. Жду вас на моем канале.